Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы начинаем играть в замечательную игру, которая называется Watch Dogs. Я уже смотрел прохождение этой игры. Ее проходил не менее замечательный летсплейщик Артём Mart Games. Прохождение, как и сама игра, очень понравились, и так, я в лобби вообще хотел очень, честно говоря, сам в неё поиграть. Это было уже несколько месяцев назад, я уже кое-что там подзабыл. И по сюжету, и по всему. Поэтому, думаю, прохождение будет таким полуслепым, можно сказать. Помню только азы, а что там в ней все было, будем вспоминать уже вместе. Пока посмотрим этот вступительный ролик. Кстати, извиняюсь за тишину звука, потому что вот пытался вывести на максимум, но никак не получилось. Вот это вот единственное, что немножко приглушился микрофон. Может, в следующих сериях что-то получше будет. Может, как-то подскажет, я не знаю. Просто волшебство какое-то. Сидим и деньги из воздуха тянем. Понесло тебя. Еще кто-то влезть решил. Посмотрим. Забей. И так забот хватает. Сливай все деньги и валим. Не нуди, малыш. Старшим виднее. Защита сработала. У нас гости. Система сканет. Ну потерпи чутка. Я сваливаю. Я тебе сейчас свалю. Это что за? Сворачиваемся. Что-то пошло не так. Морис. Ну? Короче, один из наших агентов узнал имена хакеров из Мерло. Прижмем. Займись Эйденом Пирсом. Убери его. Семью припугни. Этот парень доигрался. Чё-чё семью? Да сволочи. Не, без на семью. Считай, Пирса больше нет. Уроды. Ну ничего, они поплатятся. Ну что ж, Ubisoft умеет делать игры. Одиннадцать месяцев спустя, после того, как произошла эта авария. Watch Dogs. Да. Это правда. Кто заказчик? Чувак, я не знаю. Честно. Не знаешь. Побитый уже такой весь. Чуть-чуть семью. Что-то не так? Не. Без проблем. Считай, Пирса больше нет. Говоришь, не знаешь? Ну что, Морис, припугнул, а? Просто работа. Я не знал. С кем ты говоришь на записи? Имя, ну? Да не знаю я его! А это ты знаешь? Лена. Лена Пикс. Не знал я ни про каких детей. Все пошло не так. Советую подумать получше. Надо было думать. Мужик, даже если бы я знал имя, не сказал бы. Эти люди. Такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это. Знаешь, иногда у нас нет. Прошу, не надо!
это был? Я говорил с ним по телефону, он назвал мне место, это все, клянусь, это все! Имя давай. Не знаю я! Имя! Убей меня, давай, убей! Ладно, Кайс, стрельнем тебе в коленку. Как там спать? Пуль нет. Ах ты урод! На, получай, сволочь. А, плакал такой бедненький, ой, не знаю ничего, тут сразу, блин, со спину. Урод. Мне Морис ничего не скажет. Ты другое дело. Так. Я убил его племянницу, он не остановится! Кто он такой? Что мне делать? Как и будет дальше? Пора действовать. Я вообще, когда запускал эту игру, был немного удивлен. Тут пытался вывести на максимальные настройки графики. Вот. Компик позволяет, в принципе. Лекарство. Но все получилось поставить по вышке практически, но меня просто удивило на то, что когда я попытался поставить текстуры повыше, игра даже на высоких, просто высоких настройках, не ультре, попросила 2 гигабайта видеопамяти. А у меня всего лишь на моей 570-й гиг 280. Где тебя носило? Поэтому текстуры средние. Это он мне. Иначе фризы идут. Страшные просто фризы. Чуть отвлекся. И что же я вижу? Где патроны? Выбросил. Что, а иначе бы ты его грохнул? Я просил их подержать, Джорди. Джорджи тот еще перец. И где ты был? Мне позвонить надо было. Морис что-нибудь сказал? Блин, ты гонишь. Прибраться надо. Хорош уже любоваться. Эй, мило, конечно, но ты меня расстроил, Перс. Ты даже не заметил, как я завариваю кашу между бандами. Надо закончить дело. Уберем его. Не, поздняк. Восьмой. Чикаго ведет. Почти развязка. Все. Времени нет. Так-то. Нормально все устроил. Да ладно. Неужто даже не спросишь, кому я звонил? Профессионал. И кому же ты звонил? Так-то. Короче, у нас тут куча трупов. Наверху огромная толпа. Я вызвал копов. Молодец. Панику создал. Молодец. Да ладно. Ага, без шуток. Ну, копы подъедут, а потом Морисовы братки и... бах-бах-бах-бах-бах. Джорди, ты шутишь? Нет, не шучу. Так вот, в конце матча начинается паника. А мы с тобой тихо смываемся. Спасибо, скажешь завтра. Осталось только смыться. Супер. Пунктуальные копы. Займусь ими, а ты хватай Мориса и вали. Мориса? Я тебе что, водитель? Он стрелял. Я с ним не закончил. Урод. Полиция Чикаго. Какой есть? Есть тут кто живой? Вылезай давай. Так. Так, это нам не надо пока. У нас здесь труп. Один из Вайс-Ройс. Огнестрел. Пушка вон там. И тут мертвяк. Тоже Вайс-Рой. Ну и отлично. Так, как же мне мимо вас пройти-то, ребятки? Уроды другой день для разборок выбрать. Испортили праздник. База, у нас 2 трупа в подвале Мэй Стэдиум. Бандюки. Ясно, ждите коронеров. Мы уже отправили группу, проводим обыск стадиона. Давайте же, блин. Что-то отойдите по-нормальному. Я не знаю. Да еще в таком месте. Так тут можно было бы туда зайти. Думаешь, это... Интересно. Не получится. Твою мать! Так, ладно, попробуем по-другому. Кто живой? Вылезай давай. Обыщите все. Глядеть в оба. С этими уродами шутки плохи.
И что же им всем дома не сидится-то? Один из Вайс-Ройс. Чё там взял, я не знаю. Пушка вон там. И тут мертвяк, тоже Вайс-Рой. Так. Ну и отлично. Ага. Вот... Иди. Иди туда глянь. Правильно. Так. Так, все, дёру. Тихо. Ты меня не видел. Фу-ху. О, так. Хорошая физподготовка у Пирса. Хочу сказать. Так, подожди. Надо камеру использовать, а где камера? А, во. Не, я ее сразу видел, но почему-то она была неактивна. Так. Нашел что? Не, тут тишина. Один из шишек Вайс-Рой сбит ложе. Так. Нам туда. Не-не-не, тарапыга. Оставайся там. Здесь достаточно людей. Ладно. Ну так, а где? Где-то ж здесь. А, во. Так. Вот он. Так, дверь открыли. Выходим отсюда. Пойдем дальше. Мне нужен отвлекающий маневр. Электронные компоненты. Ладно. Так, тут достаточно такой корявый выбор. Вот, к этому нужно привыкнуть. Так, G-ловушка. Е изготовить. Так, и что? Надо броситься туда надо. Ну, давайте бросаем. И активируем. Ну. А. Тихо. Кого нам тут нужно посмотреть? Ну, не надо. Пройти. Да ёп! Так, а я не понял, что там надо было. Погоди. Ладно, сейчас я пока еще... Я пока еще нуб. А, это ж не надо уже, мы это уже сделали. Так, хорошо. Мне нужен отвлекающий маневр. Блин, к этому нужно привыкнуть, блин. Ну, такое управление, честно говоря, весьма интересное.
Теперь ее нужно бросить. Это кучка джипом. И активируем. Все, хорош. Так, давай. Ты посмотрела, а мы сюда. Отлично. Так. Не понял, что за потенциальная награда за взлом. Назад, живо! Ты из Вайсройс, да? Допустим, и что? Поговори мне, откуда у вас билеты в вип-ложу? Мы не нищеброды типа тебя. Так, нам просто дойти туда надо. Нам не надо эта камера, нам нафиг не сдалась. Так. Я не найду, за что на вас браслеты надеть, ты не волнуйся. А ну документы, живо! Не дождешься. А, понял. Слышь, ты снимаешь? Чувак, тебя такое, что просто ух. Это банкомат, который нужно взломать. Мы можем деньги получить. Со счета этого замечательного чувачка. 840 баксов. Так. Хулиган, тут копов полно, не выбраться. Мне нужен какой-нибудь отвлекающий маневр. Отруби свет, тогда я смогу свалить. На всем стадионе? Хулиган 17. Хотел, чтобы все трещали про мстителя. Для таких выкрутасов мне придется пробить фаербол сети ОС. Своя шкура все-таки дороже. Где ближайшая точка доступа? Совсем рядом. Только без пропуска тебе туда ход закрыт. Нужно найти охранника. Так, надо пропуск найти. Ой-ой-ой. Так. А пропуск у одного из охранников, да? Какого из них? Так, что-то я здесь не вижу, может, с другой... А, вот он. Так, хорошо. Отлично, я не могу. Так найди того, кто сможет, быстро. Погоди. Дай Барри. Нормально. Значит, пусть сам меня найдет, дело срочное. Что все настолько серьезно? Еще не знаю. А, и камеры надо было, наверное. Опять же. Взломать код допуска мы получили. Ух. Так, блэкаут. Г. Г. Блэкаут. Вот и все. Теперь нас никто не заметит. Ну вот как все, блин. Забатхёртили сразу. Тихо. Да не надо меня убивать. Тихо. Главное, о, а! Ай, крутые чуваки, да. Типа меня заметили. Откуда они вообще знают, кого нужно искать, я не понимаю. Ты где, Джорди? Я? Свалил. Аллергия на копов. И ну, естественно. Но я оставил тебе подарок. Друг моего друга барыжит тачками. В гараже напротив тебя поджидает одна красотка. Брать или не брать, твое дело. Мне пора. Ну, я возьму. Я люблю брать. Так. 5 сек. Так, ну пойдем на выход. Идем, не палимся. Почти ничего не видим. Аварийное освещение. Взламываем чувака. Так, хорошо. Ему что происходит? Облака он закончился. Так, все, за машиной бежим.
Блин, графика все равно красивая, очень. Вообще игра такая яркая, вся цветастая. Озвучка вообще великолепная. Это что-то. Так. Ну, мне сюда. Ой, чуть не заметили. Тихо, блин, упоролся. Так, все. Обучалочка, как ездить на этой машине. Ё-моё, ну из меня водила, конечно. Просто великолепный. Так, надо еще научиться трупу ездить здесь. Так, вообще нам нужно уехать из зоны. Поэтому давайте. У-ху-ху! Блин, ну ее носит вообще по-страшному. Я не привычный. Ой, 5 сек, у меня тут беда. Короче, сработал таймер выключения компьютера. Ночь уже, блин, уже за полночь. Ну вот, и он у меня захотел уже отключиться. Ладно, продолжаем. Что-то, блин, одно другое. Так, погнали. Ой, ё-моё! Блин, ну я дал. Ё-моё, я шину себе проколол, походу. Ё-моё, я еле еду. Надо бы достать какую-нибудь другую тачку. Надо на карту вообще смотреть, потому что реально. Да, я попал. Он уходит. Ё-моё. Блин. Да что такое? Что с этим управлением? Вообще ничего не понимаю. Дёру. Вон отсюда. Ё-моё, ДТП. Остановите машину. Ага, сейчас. Разогнался. Блин. О, это хоть получше ездит. Сильно помогло. Ой, да я поехал. Тихо. Да что здесь творится вообще? Не стреляйте в меня. Блин. Что я творю вообще? Не, вообще управление какое-то. Упоротая труба. Почему все перевернулось? Вообще здесь, наверное, на катере можно было бы уплыть. Так, нет, меня вроде немного отвязались. О, катер. Да, блин. На поиски подозреваемого отправлен патруль. Что с управлением? Блин, управление упорото, реально упорото. Все, ну как все наоборот. Машины, в принципе, управляются хорошо. За мной уже вертолет отправили. Мы поищем на востоке. База, мы его упустили, но ведем поиск. Фу.
А, ушел. Я все-таки ушел. Поверить не могу. Осталось разговорить. Но как? Пытать пробовали. С Марисом это не вариант. Что с управлением? Другой способ. Сыграть на чувствах. Надо подождать. Он расколется. Не, я не знаю. Это вообще это какой-то. Что он творит? Натуральным образом. Да. Не, ну я думаю, что после перезагрузки хоть это восстановится, потому что реально до этого нормально все бегал. Никаких проблем не было. Так, ну что, дернем. Всех поломали. Да что такое? Я не могу до машины дойти, натурально. Так, все, поедем на место назначения. Не палимся. Ну как не палимся? Едем как это. Как пьяный, блин, дистрофик. Погнали. Не знаю вообще, что случилось. Может быть, из-за того, что я выходил из окна игры. Нужно, видимо, сейчас уже закончу эту серию. Нужно перезагрузить. Куда здесь нужно попасть? Я не хочу из машины вылазить, потому что... Мне нужно до какого-то убежища добраться. А где оно находится? Ой. Извини. А, во. Это же наш отель. Хотельеро. Так, пирс. А, нужно наверх. Как там наверх? А, вон лесенка. Что такое с управлением? Что с ним? Это что-то. Я не могу так играть. Блин, куда я залез? Явно не сюда. Так, все, я не могу. Давайте завершим на этом эту серию. Я перезагружу и следующую уже буду писать уже с нормальным прохождением. Надеюсь, этот бред понравился. Спасибо, что смотрели. Всего вам доброго, самого лучшего. Пока-пока.